опьянел совсем, в голове дурман. Спорим, что вырастет. Делаем дыру. О, люблю так попихать. Так. Берем семена. Ебать, все валится. Хочу, чтобы был, блядь, обычный, знаете, просто куст. Куст растения, имею в виду. Не ваши наркоманские там приблуды. А вы просто нахуй росло. Ну и все. Засыпка. Идет. Камнями нахуй засыпем. Куст должен сам прорасти, чпоньк. А, ну и водички, да, польем. Пью. О. Мне теперь по-любому... Хуя, они что-то всплыли, блядь. Падок. Ну, короче, ждем. Блядь, водичку надо слить. Эй, впиток, блядь, пиздец. Садовод, блядь. Юрка агрономов. Ага. Блядь, мне кажется, сейчас, сука, днище лопнет, и меня Катька убьет. Погодь. Тоните, твари, блядь. Я говорю, это вообще нахуй не земля, а камни. Сказал же, блядь, Катя, набери землю, ёпта. Ну, ну, как их нахуй зарыть-то? А, ну надо, короче, подождать. Я палец уже запачкал. Не, наверное, так точно не вырастет. Но мне кажется, вырастет. А не вырастет, так поковырялся хоть. Ну, а мы сходили, набрали пожрать. Чай. Сникерс. Две булочки. Ох, нихуя, ты видела? Я чуть не я умер. Я говорю, ты дурак. Блядь, дай ложечку, пожалуйста. Я не дам, я ну, пожалуйста. Я у тебя чизбургера не откусываю. Ну, блядь, мне я чуть... не дам, я еще раз сказала. Ты... Я еще раз говорю, не дам. Ты что, блядь, ты за... Пиздец. То есть в жопу полезешь нахуй из этой хуйни? Да, дай, пожалуйста. Я у тебя чизбургеров не откусываю. Да ты и не просил. А, я маску купил, прикиньте. Пожалуйста. Я тебе сказала. Блядь, да мне просто хотел куриный вкусик. Это не куриный вкусик. И холода чуть-чуть. В рот запить. Всё. Хотя бы водички попить. Так ну блядь, водичка самая вкусная, не лесом полем. А, ну короче. Да, ужас. Смотрю сериал «Шуша» называется, про женщину-криминалиста. Уплетает там, блядь, за две щети, нахуй. Mm. Пиздец, ты за... Ем один раз в день доширак, их ебись. Угу. Пяу-пяу-пяу. А, стрима не было, да? За донаты благодарить некого. Все равно, мне 3 апреля день рождения. Ну так что, Катька проснулась, Юртос еще спит он. Что-то, блядь, вообще ленится. Так и что, Катька вчера весь вечер читала, короче, заставила ее подписаться на новости. Ну, знаете, чтобы знать, что здесь вообще происходит. Мне было интересно, помнишь? Ну, я тебя заставлял тебя год назад помните это делать. Помните то чудесное место, где Юра в помойке для видео ковырялся? Помните потом, ты снимала? Да. Помните потом он снимал вам, что там что-то полицейские, судебная экспертиза? Так, короче, там нашли 2 черепа и бедренную кость. Короче, здесь оказывается очень и большая преступность. И я вчера искала информацию об этом и узнала, что за февраль убито 20 человек, за март 23 человека. Уже убито. То есть, грубо говоря, за первые 2 недели марта убито больше народу, чем за... А еще у нас тут картели разборки учиняют. Короче, пиздец. Моя полиция меня бережет. И теперь она одна не ходит за кофе, мне придется идти с ней. Из-за этого я не буду стримить. Никулин же у нас так и пропал без вести. Может, в «Жди меня» или в Инстаграме это, знаешь, пропал Никулин. В общем, пьем опять дешевый кофе. Так вот страшно. Я думаю, может заменить уже Никулина тем-нибудь. Хватит хули. И так все, 40 дней прошло. Слава, так нет. А что, блядь, если его нет? Избежай года. Угу. Не знаю, вот Юртас, блядь, всегда есть. Юртас просто Юртас. Золотой. Просто послезаешь, чем мы с Юртасом по ночам занимаемся, когда спит. Я шучу. Я шучу. Что, в общем, у нас типичное утро. Угу. С
Среди убийств. Да, среди убийств, грабежей, расчлененки. Нет, самое главное, что короче, власти подтвердили наличие в штате Кентано-Ро этих, ну как, членов, короче, трех. Короче, картель с другой области приехал сюда, типа, делить территорию. Но это может быть фейком. Нет, это непроверенная информация. В смысле непроверенная информация, если... Это нахер, я смотрела записи, короче, с выступлением, когда вот этих 11 человек задержали, что он подтвердил, что в штате находятся представители Халиска, новая кровь. Тихо, да. Короче, новая кровь. Вообще, привет. Я возьму себе печеньюшку еще. Вот эти печенья 20. Очень вкусно. О, короче, набрали, видите? Два кофе, печенюги и ту штуку. Бля, итого $10. Охуеть. Сумочку ей отдал. А то здесь, оказывается, любят очень подъехать на мопеде, стрельнуть в лицо 4 раза и уехать. Да. Шутит, но если вам хочется узнать, что на самом деле у нас тут происходит, я могу вам в группу скинуть. Напишите в комментариях. О, может, в телегу тебе дать? Я могу вам в группу телегу поскидывать, короче, с Фейсбука. В общем, я уже во сюда билеты посмотрел, куда бы можно уехать. Я хвастался новой маской, да? Маску купил новую, все заявить. А тут у нас Вьетнама еще была. Ну все, пойду постримлю часик. Ромео и Джульетта. Сынь? Да? Ой. Отвлек песика. Он посмотрел на меня, видела как? Пиздолиз. Фу, блядь, мерзкий типок. Мне это проще, у меня налет на языке. Лучшая защита от пиздятин. А как говорит Дарья, Юрка, ты золотой мужик. Дарья, спасибо за донат. Бруно, моя Рига. Раджа, ты увидишь, тоже ему привет передай. А Юрка за вами, за всеми присмотрит. Так и вот, прошел сегодня стрим. Биг-биг Лео опять выебнулся. Закинул 111 рублей. Леонид, спасибо. Ты не то, что Лирика, который раз в месяц кидает. Так и вот, про зубастого нашего прекрасного родственника из Башкирии я уж не буду говорить, вы и так все на стриме слышали. Костя, Костя, пью. Юра опять наебенился Амстелом. Теперь пью Амстел. Не пью тот дешевое пиво. Нахуй. Уже вроде все устаканилось у нас с вами. Катька на диете на кофейной второй день. Сегодня она с Санечкой на диете. Санечка где-то в ЕКБ голодает, Катька у меня тут голодает. Также Катька разводит меня... Как название штучки, которую нам надо? Полигель верхней формы, кисть для нанесения и жидкость и пилочка. Короче, очень много на что она меня разводит. Также мне 3 апреля день рождения, так что готовьтесь. У меня болит зуб. Ем вот эти таблетки. Кстати, помогает жить? Ну да. Ну ходишь такой, знаете, полудохлый. Адвил называется. Адвил, нихуя себе. Ну и все. Да. Под кокос за тебя. Не буду запивать. Ну все, если сейчас пойдем куда-нибудь, наверное, полежу чуть-чуть и пойдем. А и Катька тоже полежала бы. Ну а мы уже доехали. Сейчас едем по Катькиным делам. А мы даже уже приехали. Чисто по памяти. Какой-то должен быть магазин, в котором ей что-то надо. А я с вами выхожу из импортного автобуса. Вот. Здесь импортные люди. Магазины, шмагазины. А давайте прогуляемся вместе. Это район автовокзал. То есть вот когда вам откроют там полеты, шмалеты, приедете в Канкун, вот здесь автовокзал.
А это, ребята, нихуя все бегут. Куда-то все бегут. Хуя вас народу, ёпта. А где мой кат? А? Подожди, не тут же ведь? А, дальше, да. А? Да, чуть не туда пошли. А куда это все? Ну, это маршрутку ждут. Но в маршрутках ездить, это на самом деле очень опасно. Могут зайти недобропорядочные мексиканцы и вас ограбить. Они садятся под видом обычного ездюка, а потом достают пекаль, ну пекаль в переводе с волховского пистолет, и отнимают у вас все. Какой криминальный выпуск. Так что вот, по моим наблюдениям, надо меньше читать и изучать страну, а приезжать и, как говорит Василий из Майами, жить на второй линии и в хуй не дуть, и просто жить, и все. А вот Катька новостей сегодня начиталась, у нас напряжение на всю жизнь. Пойдем здесь, да? Да, ну да. А, вот такие у нас автобусы здесь, видите? В них вроде бы безопасно, но перед посадкой вас могут обыскать. Также есть маршрутные. Они чуть подороже, но быстрей. А эти такие спокойнее. Wi-Fi есть. О, нифа. Видите, какой хороший. Биг-биг-лео любит эти автобусы. Леня, лайк поставь. Привел свою женщину в этот магазин для женщин, которые работать не хотят, а ухаживать за собой хотят. Потому что я настоящий мужчина. И моя женщина не нуждается в работе. Но хотя, когда работала, было заебись. А, что-то нету никаких там этих штуковин. Ну, хвастайся. Давай. Вот если бы не Костя, Костя и не кот. Кокос. Вряд ли ты бы это получила, конечно. Так, это чтобы красивенько блестюшечку втирать вот такую. То она блестеть будет. Еще больше будет, да, блестеть. Это чтобы покрывать. Это что-то покрывать. Это верхние формы. Верхние чтобы делать формы. А что-нибудь для сосать-то есть? Ротик. А, ротик. И полигель, чтобы наращивать. Ну, в общем, Катька вроде довольна. Спасибо, мужчины, и которые... И басик, и пилочка, и еще кисточка, ты и еще пилочка. Ха-ха-ха-ха-ху-е-е-е-е-е. 40 долларов как с куста, блядь. Пиздец. В Америках маникюр один раз делать стоит. А в Америке, говорят, маникюр один раз стоит дороже сделать. Так что норм. Спасибо, мужики. Спасибо, мальчик. Спасибо, мальчики. Ну а Юлка опять в ресторане. А в ресторане. Двойной чизбургер и иностранный картофель. Катюхи ничего. Едим одно на двоих. Тем более она не ест. Ну да. Твои радости всегда дороже почему-то. Ну ничего страшного, ты вчера ел в Макдональдсе, я не ела. Сегодня ты ешь в Макдональдсе, а я его не ел. А я ем только в Макдональдсе. А раньше были твои котлетки. Котлетки. Ну про другое. Как ты мастерски темы переводишь, Юра, это просто пипец. Просто нахуй. Опять вымутила у меня футболку с Рио-де-Жанейро, сумочку от Матиевского. Помните еще Матиевского? И ходит теперь в старой маске. Купи себе эту маску нормально. Зачем ты мне, блядь, это показываешь? Мне еще до конца похудевшая. Я реально вот в тебя верю. Вот главное, верьте в своих женщин, и они будут такими же счастливыми. Губки делают, как сексуально. Мы думаем, что мне надо накачать губки вот так, чтобы были. Вот смотрите, сейчас они вот, такие, а наши вот такие были. Да, да, да. И так нежно по стволу. Говори, что хочешь. А девочка у меня вообще подохуела. Фирменную обувь Adidas себе смотрит. Сколько стоит? И увеличь в два раза. А, 2000 песо. Это 20 тысяч рублей. Охуеть. Пришли, короче, в магазин. Я же вчера приставку сжег. И меня коротнуло. Так сейчас посмотрим здесь. Вот такие, вот, блин.
Да, день рождения мне 3 апреля, блядь, а меряет она. А чё я как лопушка у тебя хожу? Ну, блядь, нормально у тебя дети? Чё я как лопушка? Нормальные. В нефирменных хожу. Блядь, размер прям мой. Блядь. Мама, давай купим кроссовки, Кать. Чё мама-то, блядь? Куда ты надо? Блядь, нахуя как... Цены на приставки, блядь, по 5000 они нахуй. Есть кто-нибудь богаче нас? А хорошая вообще стоит 8000. Чтобы в 4К ютуб на телеке показывал. Пиздец. Я на самом деле думал, знаете, блядь, дешевле. Мы тупо купали, по-моему, да, за 2000. Мы сначала с тобой покупали за 240. Одного. А, ну. И за 300. Потом за 900 покупали. А, мы 2 покупали? Да. Зачем? Помнишь, первая золотистая такая, она сломалась через 2 недели. А, она сгорела, да. У меня часто коротит. Нихуя. Вообще цена поразила на самом деле.